Планерное совещание Александр Демченко провел в своем рабочем кабинете. Заместители, начальники управления отделов рассмотрели итоги развития поселений. Картина в этот раз выглядит вот так. Очень неплохо в этом году поработала у нас и серьезно увеличила свой рейтинг по всем показателям. А тут до трех десятков показателей. Это Владимирское поселение. Оно у нас стало первым, а было в прошлом году 11-м. Представляете? Очень неплохо также приросли у нас и вот кто у нас? Синюха были 12-е, стали третьими. Каладжинцы стабильно вот тут на втором месте. Вот Каладжинская, казалось бы, станица, но когда считаешь на душу населения, показатели неплохие. И четвертый у нас город. Они в 16-м году были третий, сейчас четвертый. Конечно, если кто-то в лидерах, то кто-то замыкает районный рейтинг. Просели у нас, коллеги, вот такие поселения, как Лучевое, вот Игорь Олегович проводил совещание, но они были первыми, стали пятые. Вознесенцы, наше мощное крупное поселение, но ухудшило свой рейтинг практически в два раза. С четвертого на седьмое место откатилось. Ахметовцы, шестое на 11-ю позицию откатились. Ну, Сладкие, вот они 12-е. Хорошая новость для жителей Сладкого. Уже в феврале в их поселении завершатся работы по газификации. Голубое топливо придет в дома хуторян.